Maxi Markets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Maxi Markets используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 18 февраля. Вы смотрите ежедневные обзоры и прогноз рынка от Maxi Markets. Напоминаем, что завтра вас ожидает событие, которого ждут все трейдеры мира – ФОМС. Возможность высоких заработков в короткие сроки делает ФОМС лучшим моментом для входа в рынок. Maxi Markets предоставляет всем клиентам самые выгодные условия для торговли по ФОМС. Не медлите, свяжитесь с представителем компании и получите Maxi условия от Maxi Markets. В ходе азиатской торговой сессии в понедельник курс доллара слабел по отношению к своему европейскому конкуренту. Драйвером для нового роста единой валюты стало беспокойство инвесторов по поводу слабых данных из США, которые могут заставить ФРС замедлить темпы сворачивания стимулирующих программ. Эти опасения подтвердил и пятничный отчет по объему промышленного производства в США, который продемонстрировал максимальные с мая 2009 года темпы снижения показателя. Евро-доллар в ответ на это протестировал уровень 1.3724, но дальнейшей поддержки не получил и завяз в плотном и узком диапазоне, вблизи достигнутого максимума. Пустой экономический календарь и отсутствие на рынке в связи с праздником американских инвесторов вызвали нулевую активность торгов в условиях тонкого низколиквидного рынка. С технической точки зрения пара по-прежнему выглядит перекупленной, и отсутствие прогресса в ее восходящем движении может спровоцировать коррекционный откат евро в направлении линии поддержки 233-дневной скользящей средней. В нашем прогнозе на вторник предполагаем новую попытку валюты протестировать на подъеме уровень вчерашнего максимума – 1.3724. Далее ожидаем разворот и возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням – 1.3694, 1.3670, 1.3645 и, возможно, к 1.36. На открытии торговой недели фунт-доллар достиг очередного многолетнего максимума, протестировав уровень 1.6822. Однако активный спрос продавцов на фоне пустого календаря остановил рост пары и развернул британский фунт на снижение. При этом, несмотря на то, что рынок уже начал закладывать в цену вероятность повышения процентной ставки по фунту в первом квартале 2015 года, сильнейшая перекупленность валюты ограничила дальнейший рост пары и оказала продавцам весьма существенную поддержку. В этих условиях риски широкомасштабной коррекции значительно усилились. Быки в ходе вчерашних торгов так и не нашли в себе сил возобновить покупки, и к концу дня падение котировок достигло уровня 1.6696. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем завершения текущей коррекции пары вблизи ценового уровня 1.6746, а затем возобновление снижения курса британской валюты к целевым уровням 1.67, 1.6685, 1.6668, 1.6625 и 1.66. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник. Продолжающийся рост котировок на торгах в понедельник практически не изменил положение металлов относительно их уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту остается на ценовом уровне – $1330 за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям – $1340 и $1348 за унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на ценовом уровне $1321. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение к ценовым уровням $1308 и $1292 за унцию. Ближайшее краткосрочное сопротивление по серебру передвинулось на ценовой уровень $22. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням $22.40 и $23 за унцию. Уровень поддержки серебра сместился на отметку $21.60.
И если котировки преодолеют его, снижение продолжится далее к ценовым уровням $21.20 и $21 за унцию. В экономическом календаре вторника Резервный банк Австралии обнародует протокол последнего заседания по вопросам кредитно-денежной политики. Банк Японии опубликует свое решение по основной процентной ставке и комментарии по кредитно-денежной политике. Изменения здесь не ожидаются. Ставка будет сохранена на прежнем уровне – менее 0,1%. Сегодня же состоится пресс-конференция главы Банка Японии Харухико Курода. В Великобритании будет опубликован январский индекс потребительских цен. Центр европейских экономических исследований Институт ЗЭФ опубликует февральские индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации в Германии, а также аналогичные показатели в целом по еврозоне. А в американской статистике вторника будут опубликованы чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и производственный индекс Empire Manufacturing. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.